Поезда пойдут со всеми остановками. Станцию метро Петроградская не закроют на ремонт 17 декабря. Этот транспортный судный день для петербуржцев решили перенести. Эскалаторы остановят уже в будущем году, 5 января. Вслед за Александрой Невской лаврой утраченный голос обретает Исаакиевский собор. На его звоннице вернется исторический набор из 11 колоколов. Сегодня светят первый и самый главный – гигантский полиелейный колокол. В Петербурге открывается площадь искусств. На 13-й зимний фестиваль съезжаются самые известные музыканты со всего мира. За дирижерский пульт на открытии встанет художественный руководитель фестиваля Юрий Тимерканов. Об этих и других событиях подробнее расскажем в ближайших выпусках «Вестей» из Санкт-Петербурга. Доброе утро. С прогнозом погоды в студии Леонид Петров. Синоптики обещают, что в пятницу в Петербурге и области будет по-прежнему холодно, но осадки пройдут только местами. Сегодня, 14 декабря, в Ленинградской области будет облачно с прояснениями. В Ладейном поле днем временами снег и минус 11-13. На градус теплее без осадков в Тихвине и Бокситогорске. В Волхове минус 8-10. До минус 12 ожидается и в Киришах. От 5 до 7 ниже нуля и небольшой снег будет в Гатчине и Выборге. В Петербурге днем снег и 5-7 градусов мороза. Ночью преимущественно без осадков и минус 8-10. Все о погоде, вам хорошего дня. www.rtr.spb.ru. С нами. Вы в центре событий.